Так. Знаете что? Давайте сейчас мы... Ой, ё-моё, офигеть. Нам, кстати, нужно... Эй, воу-воу-воу-воу, подожди, баб... Да слезь ты, ёптвою дивизию. Стоп, где? Офигеть. Ой, орлы. Не надо. Так, ну чё, давайте. А, рюкзак полон. Так. Навыки, прогресс, коллекция. Как, куда деть? Блин, куда деть эти коллекции всякие? Чуть такое, кстати. Так, шкура. А, подождите, давайте изготовление сейчас глянем, что нам тут. Вот нам, собственно, и нужен эта собака, это. Наверное, да, или что лучше-то? Вепрь. Еще с этим нет. У нас, в принципе, ничего нет. Так что давайте вот коллекция глянем, что это такое вообще. Выбросить нафига, что это такое? Янтарный лист. Куда их вообще применять, я не знаю. Изготовление. Бумажник. Навыки. Я не очень понимаю. Получить. Что это такое значит получить? А, то есть это... Ой, подожди, как отменить? А, типа окей, да? У нас одно очко навык. Хорошее... изготовление. Подождите, но... Как же нам... А, вот мы же сюда. Прогресс, дач... Что такое вообще? Предметы, коллекции... Люди, места, животные. Какие-то информации где? А как продать или что с этим делать? Ну давайте. А, подождите, а у нас, смотрите. Ну-ка попробуем. Вы не сможете вернуть. Нет, подожди. Давайте дешевое сначала что-нибудь киданем. Ну, чисто проверить, что из этого будет. Так, чуть такое еще. Перья. Перья для чего-то нужны, наверное. Жгут. Давайте перья выбросим, посмотрим. Подожди, надо запомнить. У нас 87 тысяч выбросить. А, не убавляется, смотрите-ка, вроде, да? Ну-ка попробуем еще разочек. М. Да, ничего не убавилось. А как? А может продать как-то? Хотя нет, мы уже, считай, заплатили, да? Давайте тогда, я не знаю, жгут. А что, типа, все можно выбрасывать, ничего не будет, да? 1500. Слушайте, а может... А может для чего-то они нужны? Я что-то как-то... 6000 выбросил. Ну, К, да, это типа креды, да? Все, а давайте теперь попробуем взять шкурку. Раз. И вот еще, по-моему, надо одну. А я не помню, там, по-моему, три штуки, но у нас одна уже есть. Так что давайте попробуем изготовить. Ой. Почему? А, это дикая собака. А что это такое, сумка? Можно носить следующее количество приманок. Две. Количество приманок. Три. А еще что-нибудь с этой можно? Нет? А что, так это все, да? А, то есть это волк, а это собака. Ну-ка, это... Приманок. Нафига нам приманки? Ну, давай, что из этого будет тогда? Шкура яка.
А, ну все, круто. Блин, ну все-таки вот навыки, смотрите, что у нас тут по навыкам. Так это ладно, да? А вот твой дивизия изготовления. Во-первых, с картой надо разобраться, что за фигня. Во-вторых. Так, а во-вторых, что я хотел разобраться? Я уже не помню, как продать, что ли, что-то или что. У нас место есть, а это кто? Тоже такой же, да, наверное? Сейчас напишут, нет? Шкуру дик сам покидает, там дик. Блин, с картой какая-то ботва, я не знаю. Че такое, не знаю даже. До вождения нет сигнала. Ну да. Офигеть, как далеко. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну все. Это, видимо, что-то типа аванпоста, что ли, я думаю. Ёпта. А кто палит? Так, ну ой. А где еще-то? Ёп, как он меня видит? А вон побежал. Почему я его... О, все. Ой, камикадзе бежит. Подождите, а у нас грены есть? Да, одна. Давайте кинем. И вот тут сейчас один. Хочу в башку ему. Даже не замочил никого тут. Давай. Подожди, ой, не вижу нифига. Все. Так, может, части надо уже. Лечись, твою дивизию. Собачки какие злые, а? Дикие собаки, да? Дикие они, по-моему, называются. Дикие собаки. Конечно, дикие. Да ёп. Орел. Ой-ой-ой. Нет места, да? А для для патронов-то есть место? Для патронов вроде есть. Гранату бы еще. Блин, а что там выкинуть нужно? А я типа зачистил, нет, территорию? Или вообще чуть за место-то было? Ой, что ты делаешь? Простой, в третьей части Far Cry там можно было... зачищать территории, типа они твои, да? Эти территории становились как бы твоими. А тут может что-то нажать нужно, нет? Так, а здесь нет места, да? Тогда можно было просто проехать тут мимо, да? Ну ладно, пускай так будет. Дофига уже патрон, по-моему. Ну, типа все, да? Ну ладно, давайте. А, подожди. Стоп. Типа здесь, да? Или где, я не пойму, сундук какой-то. Ну. Не, не то. А как зайти? А, во. Чё-то ничего нет, да? Ладно, давайте посмотрим. Так, ну ладно, надо разбираться, что с этим местом делать. А, может, там почитать что-то можно, наверное. Ой, Shift-G-му зачем-то.
ускорение, да? Ой-ой-ой. Варюга. Ладно, пофиг. Ой, что это было? Так. А ну это дорога, да? Нет? Ой, да? Нет сигнала. Ну, потому что, да. Тут толком-то и не дорога, хрен знает что. Ладно, с животными потом разберемся. Но все равно места толком-то и нет. Давить даже их не будем. Вот какая темень, а. А, ну там, кстати, можно почитать. В какой-то справочнике там, типа, по всем этим фишкам. Ой, автовождение включено. А нам туда надо, наверное. Ну, преимущество автовождения только в том, что... Тебе как бы нужно... Ну, как бы он едет, может, и медленно, но зато грамотно. Не врезается ни во что. Достаточно круто. Как я, например, не врезается. Так, а нам сейчас вот сюда. Ой! Сабал, ну, сказал, это не для меня. Что, уметь защищать себя? А, турист! Я Амита. Это Бхатра. Привет. Продолжай. Слушай, ты прости меня за тот раз. Идет война. Мы теряем бойцов, а дел все прибавляется. Помочь? Ёп. Да. Можно. Сходи на ферму Канан. Хозяйка уже стара, надо бы помочь ей избавиться от диких зверей. Все должно быть тихо, так что вот. Бхатра, что ты... Подними. Поехали. Вот так. Да. Ну, здорово. И вот смотрите, у нас здесь есть какой-то МК. Магазин какой-то, да, я так понимаю, нет. Вот, а с карты у нас вся та же фигня, да, по-моему. Да, что-то. А, надо почитать где-нибудь, спросить. Так. Здесь, наверное, задание у кого-то можно брать, да, у всех, точнее. МГ Шубац, конечно. Давайте зайдем, посмотрим, что-то у нас тут прилечь, походу, можно. Вот, смотрите-ка, что это такое. Торговаться. Окей. Пополнить бы за... Продать. О! Давайте продаем. Продать. Жевательный... Продать комп... Офигеть, водка, за что деньги-то даются. Блин. Ладно, давайте тогда... Листы, они нужны вообще? Их продавать нужно? Что с ними, я не знаю. Чё? Ой, ё-моё, что это такое вообще? Так. А, шкура дикой собаки. Ну, по-моему, они... А, подожди, они нам нужны, по-моему, да? Зеленый лист. Да. А, нет, там, по-моему, не собака, что-то другое нужно. Давайте пока продадим. Пофиг. Хотя зачем нам... А, ну да, покупать боезапас. Так, ложка с вилкой, продать комплект. Что такое продать? Серебряные. Наверное, я думаю, с ним ничего больше нельзя делать. Нифига не нужны так много их. Ну, записочку-то надо ставить. Так, а что такое? Ой. Бриллианты, нифига цены тут. Пейджер, честно, у кого он вообще любит? Пейджер, непонятно. Так, ну, давайте тоже... Жгут. Так, стоп, а жгут. Он. Я его использует, не знаете? Жгут. Жгут. Применение. А, вот тут пишет, смотрите-ка, применение. Ну, вот тут, вот видите, при. Можно сохранить, продать. Ну, давайте продадим, раз можем. Изготовить нельзя. А, вот смотри, изготовление инъектора. Но я.
Честно говоря, не знаю, где это изготавливать, но, может быть, купить и настроить что-то такое. Бронежилет. Эх. А что, он хорошо защищает, нет? Типа, несколько можно купить, да? Стоп. А, невозможно. Чё-то там у меня нет. А вот липкий гранат... Обычный гранат. Нельзя, нет? Где-то гранат. А, вот, смотрите, пистолетики. Оружие уникальные. Так, это у нас бесплатно, да? Ну, мне пока мое нравится. Боеприпасы, карты, все, пока что. Так, и пополни боезап... Гранаты, коктейль. 28к, офигеть. Заряды С4, мины. Да почему мне давать? Чё, мы жадные, что ли? Не, мы не жадные. Ну, относительно, конечно. Письмо. Какие-то коллекции у нас. Чуть награду еще одно для того, чтобы... Что, все, да? Ну, пока в игре не разбираемся. Так, потихоньку, кстати, чеку навыка нам нужно посмотреть, что у нас там. Два уже. Ну вот, круто. Давайте взять его оружие, открыть огонь. Да вот это качнем, это классная функция. Мне кажется, ну все. Давали бы нам опыт за то, что мы качнули навыки. Так, вот тут что-то еще. Не забывайте, что в убежищах отдыхают многие члены золотой пути, поэтому важно содержать их в чистоте и не оставлять после себя. А, ну это не для, это как бы просто типа по игре, да? Если что-то либо из магазина заставили деньги за покупку, оружие, нет, круто. Но это так, чтобы почувствовать себя все-таки в игре как настоящий, все-таки настоящая игра. О, это из второй части Far Cry, помню, такая тема была. А сколько сейчас, я не пойму. Это один сейчас или что? Ой, немного непонятно мне. Давайте, я не знаю, вот так. Принять или как? Да-да-да, это из второй части, я помню, такая фишка была. Ой. Подождите, а что там на улице? Что-то... Ну как в окошко посмотреть? Ой, что со звуком? Блин, это колонки. Да что со звуком? Я просто колонки открыл. Давайте еще поспим чуть-чуть. Во! Так, это у нас утро будет, наверное, да? Я надеюсь, это... Да, вот утро, наконец-то. Круто. Ну все, теперь можно, думаю, идти в путь.